Да, это новый день, слава Богу. И сегодня я буду сделать сама эту презентацию, поэтому будут ошибки, это жизнь. И, ну, тогда я начинала выучить русский, они сказали, будет миллион ошибок. И я сказала, ну, я уже на 2 миллиона начинается. После 21 года это надо, поэтому и надо смеяться себе, когда учиться другой язык. Это как это личный. Один летом я преподавала в лагерь, и сначала я была бы помощник этого человека. Хорошо, помощник я имею без проблем. Но неделю до лагеря они сказали, это преподаватель не может, ты будешь преподавать. Нет. Хорошо. И мы сделали историю Моисея. Но первый день у меня было 6-7 лет детей, и они сказали, вы знаете музей? Они сказали, да. Но кто он? Я спросила. Они посмотрели на меня. Кто он? Моисей, не музей, извините. Ну, продолжай. поэтому есть много похоже этого по-русскому, который я перемешала всегда. Это корица, курица, это всегда надо пам. Что я хочу сказать, и поэтому это надо просто как это смеются себя, потому что надо. Но сегодня я живу в Киеве, но 11 лет я жила в Кременчуге и преподавала библейский колледж там на христианское образование и женские служения, и большая привилегия. И это причина, Бог призвал меня здесь, в Украине. И я первый приехала в Украину в 96 году. Это другая мир. Но в это время жинзик не было. Не было. Не было жинзик в Украине. И когда у меня был жинзик, они... Я не знала, почему они посмотрели меня. Учила, почему. Но слава Богу. Но сегодня я хочу привлечь внимание детей к миссионерскому служению. Что они могут сделать и как мы можем помогать им сделать. 4 года назад я начинала служение влияния на мир. И скоро после этого я начинала веб-сайт, и это чтобы поставить ресурсы для вас и для учителей воскресной школы, чтобы помогать вам на этого. Мое призвание к миссионерскому служению пришло, когда я исполнилась 22 года. В это время я была в христианском лагере в штате Аляска как волонтер. Я вернулась в Аляску через 4 года, и Бог призвал меня к межкультурному миссионерскому служению. В 96 году я приехала в Украину, чтобы помогать в разных летних лагерях. Через 6 недель после приезда в Украину Бог показал мне, как я могу служить Ему на развитие воскресной школы. Я преподавала христианское образование, женские служения в Кременчук колледж 11 лет. И сегодня моя работа, миссия, как мобилизация, как помогать людей на других стран. И я рада здесь сегодня, чтобы узнать, что можно сделать, ваша семья и вашу воскресную школу, чтобы дети научились, как жить и мыслить глобально. Первый вопрос, на который мы должны отвечать, это зачем? В детстве
мировоззрение возрастает. Мировоззрение – это схема нашего понимания, как мир работает. В церкви мы хотим, чтобы дети приняли библейское мировоззрение Бога. Хорошо. И мы хотим, чтобы дети приняли библейское мировоззрение Иисуса и часто миссионерское служение. В возраст 5 до 12 лет дети как губки, и они выпитывают всю информацию. Мы должны воспользоваться этим временем в жизни, чтобы начинать процесс понимания и цели миссии. Очень важно, чтобы дети видели связь между воскресной школой и реальной жизнью. Если дети будут видеть Божье сердце в работе миссии, это будет побуждать их к действию. Идея миссии о миссионерской жизни, о пожертвовании и значении молитвы и молитвы все побуждается молодостью. Как семенам, так и этим идеям нужна земля, вода и солнце, чтобы порастать. Мы должны поддерживать детей и их стремление понимать идею миссии. Мы должны не только сеять семена миссии в их сердце, но заботиться о них, чтобы не дать им засохнуть. Когда мне было 7 лет, я впервые услышала миссионерку из Африки. Она сказала: «Если ты закончишь образование в воскресную школу, ты будешь больше библейские изучения, чем много пасторов в Африке». Но 7 лет, вау! Больше изучения. И эта идея влияет на мой жизнь. И я считаю, что это причина, Бог не продолжаться в моей жизни, подумать о миссионерском служении. Я надеюсь, что сегодня есть больше возможностей для пасторов в Африке. Я не знаю. Но даже на 7 лет это семена было посеяно в мое сердце. И Бог работал еще, 15 лет. И тогда позвал меня к миссионерскому служению. Мы сами являем большим примером, чем наше учение. Ваши дети будут смотреть на вас, как вы учите их. Могут ли они вспомнить что-то, что вы сказали? Но если ваши ученики, детей чувствуют, что ваша страстная... У вас есть желание для миссии, они будут узнать. Если вы только сказать и нет желания, они будут узнать. Поэтому вопрос. У вас есть сострадание к неверующим? У вас есть сострадание к недостигнутым народам? У вас есть сострадание к людям в мире, которые нуждаются в Иисусе? Это важно для вас, чтобы понимать историю Бога и роль, которую вы играете в этой истории. Также ваша история может помогать другим участникам в истории Божьей. Дети есть детей в любой культуре, в любом возрасте. Дети едят, носят одежду, играют в игры, ходят в школу или в церкви. Но что они едят, что они носят, во что они играют, что они учат в школе,
возможно, не будут одинаковы. Но это нормально. Украинским детям необходимо видеть, какие общие черты они имеют с другими детьми разных стран. По воле Божьей они увидят необходимость молиться о детях, чтобы те имели возможность услышать об Иисусе. Детям нужно признать реальность, что без Христа нет надежды на вечную жизнь. Без Христа нет надежды на вечную жизнь. Если вы спросите своих учеников или детей, что если бы у вас не было церковь или воскресную школу, какова была бы ваша жизнь? Но не сколько будет «Ура! Не надо прийти!» Но много будет ужасно. И будет, их сердце будет трудно. Но я преподавала дошкольники много лет, 4-5, в Кременчук. И я вспомню один трехлетний девочка, когда она исполнилась 4 года. Она сказала, сейчас я могу воскресну пойти. И каждое дело она просто ожидает, хочет быть. И это как Бог хочет нам быть тоже. Бог хочет нам ожидать, чтобы быть с Ним, чтобы быть с людьми, которые любят Его. Хорошо, давайте будем поговорим, что можем сделать. Первый – это молитва. Молитва бесплатна, да? Но это труд. Поэтому каждую неделю и можно молиться за одного недостигнутого народа. Недостигнутый народ – это люди, которые нет евангельской церкви, или есть нисколько, или нет верующего Иисуса Христа как Спасителя. И часто нет Библии в их языке. Поможет ли вам узнать Бога, если у вас Библия только по-английски? Если у вас только английский Библия, это помогает вам. Да, будет трудно, да? Будет очень трудно. И поэтому, чтобы есть эта Библия, ваша языка, это будет глубже разговаривать ваше сердце. И сегодня украинские дети есть привилегия, чтобы учиться украинского и английского одновременно. Это уже два языка. И что еще нужно, чтобы они могли переводить Библию на других язык? Ну, может быть, один-два языка надо. Точно. Еврейский, греческий надо узнать. Но это... Они уже есть. Если ваши дети есть дар языке, ну, помогай им. Продолжай. Потому что есть еще, есть много, есть около 3000 групп народов, которые нету Библии. Ничего. Ни один слов. Поэтому есть возможность для этого. И это ресурс, чтобы помогать молитве недостигнутых народов. Это веб-сайт, и есть на веб-сайте, это все по-русски. Если вы хотите быть доброволец, чтобы поставить украинском, они открытые для этого, поэтому можно сделать. Но это один страница из этого сайта. Это будет показать, где они живут, что они сделают, сколько людей там. Эта группа
обожжении нету Библии. Ну, это где в России, где они живут. Наверное, на Дагестан. Дагестан очень богатый область для недостигнутых народов. Поэтому есть этого, можно для молитвы, есть апп для Android и Apple, который можно скачать, и это будет для недостигнутых народов в России. Но много язык уже тоже в Украине, поэтому это возможность. И у меня есть, что каждый день будет звонка молиться для этой группы в эту страну сегодня. Это только несколько минут. Бог, я не знаю, где они, что они нуждаются, но вам нужно. Уже знает их. И поэтому, и тоже послай людей туда, чтобы они знали тебя. Ну, это есть апп. I will tell you, it's on my iPad, so I can tell you. So it's like praying for Russia. And I'll have to look exactly what it's called. But это по-русском, по-английски и по-немецки. Поэтому можно помогать. Хорошо. Как мы можем помогать детей молиться? Ну, у нас есть вот эта брошюра, которая помогает узнать, какие молитвы можно сделать. Иногда детей есть нужно что-то трогать. Есть глобус. Если есть, даст им глобус, хорошо. Это ваше время, чтобы молиться для нашей недостигнутой народы сегодня. Плюс это даст им место, где поставить руки. Хитрость моя. Но это помогает им фокусировать. Хорошо, это серьезно. Дети там нету Библии, не знают о Боге. Поэтому и надо молиться. И может быть после этого вы можете поставить или картина вот этих людей или флажок на карте, где они находятся. И это помогает детей. Да, я знаю. Мы молились за эти люди, которые живут там. Хорошо. Вы можете молиться за миссионеров, которые вы знаете. Если вы не знаете, спрашивайте. Мы будем искать и помогать. Но я не знаю, ни один миссионер у нету молитвенной просьбы, поэтому всегда есть. И, поэтому, если не знает, что молиться, надо молиться, что они адаптировались или учили другую культуру. Но можно сказать, и где они, и спрашивать, что они могут спрашивать Бог, где Он работает здесь, на этот район. И тогда мы будем посмотрим ответ на молитву. Они тоже можно молиться о детях, миссионеров. Они, может быть, больше понять вот эти дети, но можно предлагать. Если через неделю вам нужно переехать в Афганистан и там учить дари, и там приходить в школу и учиться в дари, это как это будет для вас? Будет трудно, да? Будет трудно для детей
сразу же, через неделю мне надо выучить на других языках, как это может быть. Хорошо, поэтому они можно молиться для детей, миссионеров, чтобы когда они приходят в школу, они можно дружиться, они можно будут успех в школе. Но иногда есть школа, иногда нет. Иногда нуждается домашнее образование. Но все равно надо молиться. Да, хорошо. Еще вещь, которую дети можно сделать, это пожертвование. Дети можно участвовать в миссионерском служении через пожертвование. Около 25 лет назад в моей церкви в Америке мы начали жертвенное пожертвование. И каждая семья получила какой-то, как это, банк или что-то, пакет. Копилка, спасибо. И тогда сохранили. И принесли на день жатвы. И эта жатва была для миссионерии. И эта традиция еще продолжается. Вы можете сделать это в вашей церкви, но этом году я сделала в моей церкви, это уже второй раз здесь, в Киеве. И, ну, через что у нас есть? У нас пока мало людей, и было больше, чем 8000 гривен, которые мы можем передать какой-то миссионер. Поэтому это отлично. И это только из мелочи. Хорошо? Мелочь. Большинство мелочь. Поэтому, ну, я получила из Польша, из других стран, я сказала, это не помогает мне здесь, в Украине. Поэтому, ну, люди знают. Но поэтому можно сделать. И детей можно подумать, как они можно собрать деньги. У детей знает, ну, может быть, я буду собирать бутылку из мусора и возьму деньги из этого. Или, может быть, сделать какая-то работа возле дома или на других, получить деньги и поставить на копилку. Ну, если люди знают, что дети хотят работать для миссионерства, ну, люди будут помогать. В 17-м году учитель воскресной школы, который услышал этот семинар, бросил вызов своим 15 ученикам воскресной школы, чтобы собрать деньги для миссии. Через 3 месяца они собрали 2600 гривен. Это около $100. 3 месяца 15 детей собрали. Ура! Это для славы Богу, слава Божьей, да? И, ну, поэтому, если у вас есть в вашей церкви, есть миссионер, есть уже контакт, где детей можно узнать, давай нам помогать ей или ему на его миссии. Поэтому это возможность. Ну, и дети можно сделать свидетельство. И как это может быть? Но они можно свидетельствовать ответ молитвы. Потому что, ну, это значит, что я молилась, и Бог отвечала. Надо сказать кому-то, да? Потому что Бог отвечала моя молитва. И это важно, что они знают, что Бог слышал их просьба, и Бог отвечал. И даже какое-то благословение. Бог благословил меня, когда я была в школу. И, ну, больше я хочу детей узнать, что Бог живая,
будут отвечать, будут видеть жизнь, будут живые, поэтому они будут продолжаться. Они будут доверить Иисуса. Но я могу сказать пример, как сделано, как не сделано. Однажды я готовилась к поездке. Я ходила всему городу, чтобы купить нужные вещи. Наверное, была конференция похожа этого. И у меня была большая сумка на каждый плеч. И я зашла в продукты магазина на последний момент. Поставила вещи на экране. И купила еще. Тогда плеч был занят, руки были заняты, и я пошла домой. Я сказала: «О, Боже милый, помоги мне. Я даже не знаю, где мои ключи. Я даже не знаю, как я буду открыть дверь». Но когда я пришла домой и тогда поворачивала вокруг, на углу, где мой дверь, стал мой сосед. И открывил дверь. Но да, я знаю, что она была там для ее собаки, но она была там для меня. Особенно потому, что я спросила Бога. И это было ясно, как Бог отвечал молитва. Потому что я, даже когда я была возле моей двери, тогда я поставила и искала ключи. Но до этого я не хотела. Поэтому просто надо сказать людей, когда Бог отвечает вашу молитву. И да, я знаю, это мелочная, но это важно для меня на это время, потому что я без Ему не могу. Хорошо. И это будет помогать другим, может быть. А, да, надо молиться для всего. Это написано, молиться для всего. И Бог будет отвечать. Дети могут свидетельствовать о Божьей помощи, и это больше, чем финанс. Бог помогает и в мир, и поэтому будет помогать детей тоже, и поэтому должен быть внимательно на этого. И если этот ребенок покаялся, он должен делиться причиной этого решения. Я знаю, много детей тесняются, не хочет. Но если Бог как работает в твоем сердце, надо сказать. Поэтому, просто может быть даже перед несколько людей, или тогда будет больше аудитория. И это будет помогать. Я понимаю, что стоит перед людьми, это волнуется. Ну, колени начинаются двигаться, и не будет вспомнить, что я хочу сказать. Но я понимаю. Но поэтому, это просто надо сделать. И может быть, первый раз, может быть, даже не могу сказать ничего, я не знаю. Есть сервисный проект, имеет многократные преимущества. Во-первых, они помогают человеку, который обслуживаем. И это важно, как мы будем учить, как служить другим. И, может быть, мы можем сделать что-то на двор для пенсионеров, для инвалидов. И, может быть, даже писать им письмо, которое в больнице. И поэтому есть много, которые мы можем сделать, но это не совсем большой ситуация.
Но все равно это важно, потому что когда дети сделают этого, они знают, что я служу Богу. Первый. И если вы собираете несколько человек из вашей церкви, это помогает им участвовать как церкви. И это они будут сказать, о, я часть этой церкви, потому что я служила в место. Есть исследования, которые показывают, что если они чувствуют, что я часть этого, они будут продолжаться. Также, когда они 15, 18, 20 лет, они будут продолжаться, потому что это мои люди. Поэтому и мы хотим, что дети будут в церкви и помогают. Но и это в моей семье мы сделали много проектов, которые, где мы служили. Мы служили в место, как семья. Мои родители не знали, что можно найти няня и призвать, что они можно сделать что-то. Но все дети были с ним, и мы служили в место. И это один большая привилегия в моей жизни. Я учила, как служить. И будет помогать, когда мы помогаем другим, это хорошо. И вы можете сделать это раз в квартал. Каждые 3 месяца решить, что сделать. Но если не знаешь, что сделать, но дети можно сдать информацию. О, можно помогать этот человек, или можно сделать другого человека. Я не знаю, сколько лет назад, была команда молодежь из, я не знаю, если они Полтава или Черкасы, я не знаю, они были возле Кременчук и в село. Они решили, что они будут служить это село. Но они были в лагерях, в платье, недалеко от село. И каждый день они пришли в село и будут помогать кому-то. Не спрашивали о деньги и не сделали. Но нашли людей, нашли, что сделать каждый день. И первая женщина они нашли, была старая женщина, палочка, и она лапает на другой. Чик-чик. Но был несколько хороший парень, который давай нам помогу. Она сказала, я не могу платить. Она сказала, нет, мы не хотим, что ты платишь. Мы тоже хотим помогать. Но потом она дала им возможность помогать. И через полчаса было закончено все. И если она сама, это будет целый день, может быть, 2. Поэтому на эту группу они еще в место, в церкви, потому что они работали в место, в церкви. И еще причина – это гостеприимство. И можно сделать это для миссионеров особенно, и приглашай миссионеров в ваш дом, когда вы знаете, они вокруг. Много детей, есть много вопросов. Как там жить? Что ты кушаешь? Что ты делаешь? Как ты купишь? Есть много вопросов. И когда я буду в Америке, если есть детей в доме, они будут спрашивать много вопросов, потому что им интересно.
Поэтому было бы возможно, чтобы сделать этого, приглашать миссионерий в дом, и чтобы, ну, больше, чтобы они знали, что миссионерий просто настоящий человек. Я не герой, я просто человек, как каждый из них. И я человек, который сказал Богу, да, я пойду. Поэтому это нужно помогать им узнать тоже. Хорошо. И Лена вчера показала этот лист, который есть несколько разных историй миссионерий. Но если вы не взяли, есть еще наверху. И вы можете считать вот эти истории. И они очень интересны. И поэтому будет интересно. И когда ваши дети начинают читать, они можно сам читать. Я не знаю. Поэтому будет возможность. И можно сделать это каждый день или каждую неделю, как это будет работать в ваше расписание. В группе ОЕД есть карта, рассказ на плакат. Но есть история, и надо выучить историю и просто рассказать историю. И это будет возможность для вас, чтобы помогать детей узнать эту историю. Если это недостаточно, есть больше картина и так далее. Скоро у меня будет два. Есть один, который в стране Замбия, и другой в стране Филиппине. Поэтому интересная история. И обычно вот эта история есть детей. Поэтому будет интерес, как эти дети живут там. Это веб-сайт, который я, ну, есть написано на странице тоже, поэтому это ресурсы, это для вас, можно посмотреть. Написано по-русски, буду переводить по-украински и английски. И это как выглядит. И если у вас нужен интерес, у меня есть место на Pinterest, где я собираю вещи. Это не значит, это полный, надо добавить еще. Но есть идея там. И вы все знаете, что иногда идеи бесплатные, и иногда надо платить. Поэтому надо искать. Что можно сделать. И последний – это Kairos. Это для вас, чтобы больше понять, что значит быть на миссии с Богом. И если у вас не было, я рекомендую. Но тоже я для этого я дала вас это уроки. Есть 15 уроки для ваша семья, чтобы все семьи на встречу с Божьей миссией. Это цель на этого, эти уроки. Поэтому есть 15 разных уроки и один лист по каждому. И это для ваша семья. Вы можете сделать вместе, учить, узнать, что значит Божья миссия в мире. Хорошо? И я была очень рада, когда я нашла это по-русски. Хорошо?
это редко бывает. Что найти хорошо ресурсы, но все по-английски, но поэтому. Это есть путешествие. И я дала вас еще информацию и да. Если вы не знаете вот этой девочки, они не дочки. 4 года назад. Поэтому, это печенье будет посмотреть как мир. Чуть-чуть зеленый, чуть-чуть синий. Поэтому была бы возможность. И чтобы помогать детей пробовать что-то новое. На этой странице есть международные бутерброды. Это что они будут на французский, норвежский, американский, европейский. Но что они поставят на их бутерброд? Поэтому можно сделать особенно время, когда вы будете кушать вот эти. И что они поставят на картофель фри? Ну, все они поставили кетчуп, все, иногда уксус и соль, иногда майонез. Хорошо. Поэтому есть возможность пробовать. Не надо нравиться, но надо пробовать. И это последняя часть, это что они поставят на мороженое. Что, поэтому это будет... может быть интересней. Если пятницу вечером кушали вот эти печенья, которые были овсянка, это здесь написано. И это локи, даже не надо печь, просто складить. И поэтому будет хорошо, будет что-то другое вкус, и это есть разные... печенье там тоже. И поэтому можно дать им возможность попробовать что-то не украинское. И будет возможность помогать им найти желание для других вкус. И это хорошо. Это нуждается, когда миссионеры, потому что все пишут, которые... на страна, где вы будете, если будете жить в другой стране, будет ваш вкус. И хорошо. И поэтому. И это все у меня есть. Поэтому у вас есть вопросы? Я хочу сказать, что мои дети, они были на ММК пару лет назад, ММК, который они объявляли. И Джейн рассказывал о миссионерстве. И они сразу приехали домой, сделали эти печенья, они как глобусы смотрят. И они как бы сразу сделали, они были в таком восторге. Им это так понравилось. И потом они сделали, Наташа сделала банки, где они собрали деньги на миссионерство. И это было очень, очень круто. Детям очень нравятся вот эти идеи и эти культуры. И у них нету этих барьеров, которые у нас есть. Мы бываем лето на море, и там на кемпинг, и хозяин этого кемпинга, он мусульманин. И он серьезный, как он молится на ковре 5 раз в день. И у меня есть как бы свои страхи, связанные с этим. Но у моих детей нет, они не читают новости. Что новости нам пишут? Конечно, это все плохо. Но и они, моя Стелла, особенно моя старшая дочка, она так дружила с этой семьей, и этот человек, он был такой благодарен. Я думаю, он как бы чувствует это препятствие, и он готовил нам пищу, принес это все. Я очень сильно просто стараюсь воздержать себя и не передать свои страхи моим детям, потому что они могут очень легко любить этим людям. Даже интересно, им очень интересно это все. И это мне очень важно, чтобы у них... они в этом более похожи на Бога, чем я. И я учусь от них.
выложить все мои мирские страхи и любить этих людей. Поэтому, я не знаю, может, у кого-то есть какие-то вопросы? У меня дополнение тоже можно. А, какое-то время назад наши друзья, у них, с которыми мы были на хомскулинге, у них дочка заболела раком, и продолжительное время они болели. И у нас вообще просто мы очень близко дружили, и у нас не было сил моральных в это время даже учиться. Вот, и было очень сложно. И мы устроили, мы не были прикреплены к школе, как бы ничего, и мы придумали такую идею, мы начали делать географию по средам, когда мы приезжали, собирались либо у меня дома, либо у них дома, у этой моей подруги. Вот. И дети там сильно там не могли тоже там что-то там заниматься, особенно вот эта девочка, которая болела. Вот, и мы просто тоже страны какие-то брали и готовили блюда, слушали там их гимн или как звучит их речь на Ютубе, просто вбивали. Вот, потом мы нашли, кстати, у Наташи мы вдохновились, как есть журналы «Голос мучеников» и календари. Вот, и мы молились там за вот эти страны по этим календарям. И это у нас был урок географии, то есть мы не говорили, а сейчас у нас будет там библейский урок или миссионерский урок или еще что-то такое. И дети потом, мы там могли, что-то смешное, там какой-то стишок на китайском языке, там на турецком языке, еще что-то, то есть как бы погружались. Но это вот я вчера, когда про методы обучения говорила, это как unit study или вот что-то такое, когда ты берешь погружаешься. И вот эти вот ресурсы очень классные, я сейчас еще раз вот это напомнилось мне это все, вот, и бывает, когда нету сил вообще что-то там делать, чем-то заниматься, там, какой-то математикой, там, или еще чем-то, это классная возможность, там, молиться об этом народе, там, или еще что-то, и тоже у нас в нашем доме, где мы снимаем квартиру, недавно заселилась семья мусульман, и старший сын гулял сам во дворе, и встретился с девочкой этой вот женщины мусульманской, которая вот ходит там в этом одеянии. И девочка говорит, давай с тобой дружить. Он говорит, я не хочу с тобой дружить. И мама ее прогнала его, говорит, тогда иди отсюда, уходи. А мой сын расстроился, говорит, как так? Это мой двор. Говорит, я жалею, что я ее послушался, но я не знал, что ей ответить. Я говорю, это нормально, что ты по-честному сказал, что ты не хочешь дружить, но он, скорее всего, даже не из-за национальности не захотел с ней дружить, а из-за того, что это девочка. Вот, и я говорю, на самом деле это не значит, что она плохая, может быть, я догадалась, кто это, я говорю, возможно, они не отсюда, и они не знают, как разговаривать с украинскими мальчиками. И в следующий раз мы гуляли, и эта девочка подошла к моей дочке. И я рядом была, и я вижу, что они общаются. И мне дочка потом говорит, мама, я с такой девочкой познакомилась, она такая классная, с ней так интересно общаться. Там и все. Я говорю, а ты знаешь, что это та девочка, с которой Яша не захотел дружить? Да. Я говорю, я же вам говорила, что просто вы их не знаете, нужно с ними познакомиться, нужно узнать, и сейчас вот я понимаю, что можно заранее им про страну рассказать, сделать, то, что я сейчас на конференции узнаю, нести миссионерскую идею, что мы можем с ними дружить. Вот, и у нас есть все шансы, что мы подружимся с ними, потому что мы со всеми, с кем у нас даже не очень отношения во дворе там начинались, мы с ними со всеми сейчас дружим, и к нам в гости приходят они, и мы к ним приходим. Слава Богу. А скажите, пожалуйста, а у вас есть, например, списки миссионеров, если для воскресной школы представить урок сделать, такого плана, как вы сделали, рассказать про миссионеров, есть ли какие-то списки миссионеров, которым показать детям человека, которого можно поддержать финансово? Я вчора по цьому поводу говорила з Леною, вона казала, що є вайбер групи деяких місіонерів, вона обіцяла підключити. Відео.
вона казала, що вона підключить мене в вайбер-групу, ну, до конкретної місіонерки, вона просто спитає, з якої ти області? Я кажу, з Вінницької, з якої церкви? Вона каже, є така місіонерка в Таджикистані, я тебе підключу, там вона показує і молитвені нужди, і фотографії, чим вона зараз займається, тобто такі ресурси є. Просто треба, да, це питатися і шукати, якщо вже є такі конкретні місіонери, то там що? Просто хочется, чтобы к детям, вот как дети, вот детям, да, легче жертвовать на детей. Угу. Это взрослый взрослым, а вот если у вас есть списки, которые едут там, ну, какие-то такие вот. Я могу попросить их именно оформить все семьи, чтобы они даже сделали, ну, можно проект такой сделать, сфоткать там детей, например, этих семей. Ну да, те, которые едут такие вот странные, и вот эти дети нуждающиеся, и даже можно не только деньги, а можно что-то еще, там какие-то подарочки, еще что-то, самарянские типа, или что-то. Ну, это уже очень хорошо, если через свою поместную церковь, потому что тогда миссионер, семья миссионерская может приезжать, могут что-то рассказывать или хотя бы писать. И тогда связь будет. Связь, да. А просто список это... У нас есть девочка, да, которая Елизавета Роза, вы можете найти ее в Фейсбуке, она служит в Казахстане, служит детям-подросткам. Угу. Ну, то есть это тоже интересно, связываться, как бы, она сама, ну, Елизавета Роза. У Наташи сестра, ее муж, она тоже в Армении. Она хорошо там работает в школах и Ну, я буду спрашивать Лена, может быть, ну, я знаю, что есть план для веб-сайт или групп на Signal. Но проблема в том, что иногда люди, которые миссионеры, они на месте, где не могут связываться с другими. Поэтому надо быть аккуратно. Но есть группа, есть app, который называется Signal. Это очень тесно. Поэтому и если у них есть, ну, тогда будет часть их группа. Поэтому, ну, и это не значит, что они не хотят, чтобы связываться. Это просто для их безопасности. И, ну, поэтому мы хотим, что они будут долго трудиться, где Бог позвал им. Я буду спрашивать Лена, если у нее есть список, и если есть, я буду спрашивать, потому что я не знаю. И, ну, хорошая идея.